Сезон простуд и вирусной инфекции – самый ходовой товар – маски и противовирусные препараты. Нет ли проблем с их приобретением в чебоксарских аптеках, сегодня выясняли представители «Единой России». Есть ли в наличии маски и сколько стоят? Этот вопрос провизоры в аптеках сейчас слышат регулярно. Маски и противовирусные препараты интересовали представители «Единой России». Это от гриппа. Вижу, хорошо. Орбидол. Где у нас орбидол? Орбидол, ингаверин есть, да? Амиксин, ловамав. Анаферон есть? Анаферон есть, да? А маски где есть? Эргоферон есть. Маски вот у нас, пожалуйста, висели. Маски, да? Ценник хороший. 13 рублей. А знаешь, какое количество, если люди к вам придут? Есть у нас, да. Есть, да? Да. Номером 3, вот штук 100 пока есть. Маски есть, препараты есть, спрос тоже есть, а вот ажиотажа нет. Мы получаем товар каждый день, поэтому даже что-то заканчивается, если на следующий день мы заказываем, если есть у поставщиков. Ну, как показала практика, ну, практически не опаздываем. Маски есть, оксалиновую мазь получили вот сегодня. Проходим буквально 200 метров до еще одной уже частной аптеки и видим другую картину. Препараты есть, масок нет. Все раскупили, новую партию еще не завозили. А что не выгодно, что ли, масками торговать? Оксалиновая мазь есть у вас? Надо маски, чтобы в каждой аптеке были. Это очень необходимый предмет сегодня. Мы должны культуру развивать, чтобы люди с сопливым носом, с больным горлом не ходили просто по улице, а всегда были в маске. Это предотвратит от распространения всяких вирусных заболеваний. Скоро заседание ЧГСД, наверное, все-таки скопление народу, опять же, в масках придете? Если буду себя плохо чувствовать, то, конечно, маски оденем. Несмотря на то, что товар популярный, в некоторых аптеках его даже не купить, не похоже, что это средство защиты у горожан пользуется популярностью. Мы встретили только одного человека, который с гордостью продемонстрировал нам маску. Маску вот в туалет сейчас вытащил, снял. 3 маски, 10 рублей. Гуляем теплоодетыми, во-первых. Во-вторых, закаляемся, принимаем прохладный душ. И как-то очень даже у нас весело это проходит, без всякого гриппа. Не контактировать с гриппозными. Вот. Не заходим лишний раз в магазин, где много народу. Ну, не знаю, едим чай с лимоном, пьем, вернее, да? И чесночок употребляем. Мы вообще-то привили, прививку сделали. Я чеснок ем. Так, а вы? Тоже. Как защищаться от гриппа, каждый решает сам. Ну а если не сработало, главное не заниматься самолечением. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика.